Матушку несет, заступница, Иверскую, Смоленскую матушку.
Стоят на месте, Ваше Величество. Им, значит, еще хочется. Дайте им еще. Чиненка! Четвертый и пятый! По пехоте с картечью! Заряжай! Жень! Les Russes seront anéantis si vous donnez encore une division. C'est pas l'ardeur, Pétia. Il est facile de se tromper. Non, le feu, le combat. Allez-y, vous. Il y a l'air de faire. Sire, le prince voudrait. Il faut lui donner des réserves. Sire, envoyez-lui la division de Clabaret. Non, je ne peux pas envoyer Clabaret. Envoyez la division de Friand.
à votre majesté de déjeuner. J'espère que je peux déjà féliciter votre... Осмелюсь предложить, ваше величество, позавтракать. Я надеюсь, что теперь уже я могу поздравить ваше величество с победой. Allez-vous-en! Полковник, зарядов имеется только 8. Прикажете ли продолжать огонь? Картечь! Thank you.
Кутузов! Нашей позиции в руках неприятеля. И отбить нечем, потому что войск нет. Они бегут. Нет возможности остановить их. Я не считал себя вправе скрыть от вашей светлости. То, что я видел. Войска в полном расстройстве. Как вы смеете? Как смеете вы, милостивый государь, говорить это мне? Вы ничего не знаете. Неприятель отбит на левом и поражен на правом фланге. Если вы, милостивый, плохо видели, то не надо говорить того, чего вы не знаете. Извольте ехать к генералу Барклаю и передать ему на завтра мое непременное намерение атаковать неприятеля. Неприятель побежден! И завтра погоним его из нашей священной земли русской. Раевский! Вот он, мой герой! Ваша светлость! Войска твердо стоят на своих местах. Французы не смеют атаковать более. Кайзаров, садись, пиши приказ на завтрашний день. А ты поезжай по линии и объяви, что завтра мы атакуем.